Андрей, не вечно жить. Я поэтому сейчас и сцепился в газетах. С врагами. Но то, что происходит в Баку сейчас с культурой, я не могу. Я недавно прослушал «Yesterday», известную песню «Битлз», поет наша одна народная артистка. Поет в народном азербайджанском стиле. Я под столом валялся от смеха. Мне плохо было. Это считается культура? Знаете, думал, «Yesterday, all my troubles seem so far away». Что-то Мугам это что ли? Это же «Yesterday», извините, пожалуйста, это всемирно известная вещь. Каждый старается думать, как бы ее лучше спеть. Это классика. Разве можно такие фортели выкидывать? Это мелочь, это вещь, на которой надо смеяться, может быть. Но это наша культура, и это в сетях интернета, люди это слушают. Не переживать нельзя. Нельзя. Если ты плевать хочешь на свой народ, на свою республику, тогда не переживай. Сиди себе спокойно, смейся над этим, и все. А у меня смех и грех. Я не знал, мне смеяться или разбить что-нибудь на столе. Ну, как может такие вещи делать? Вот и мы имеем то, что имеем, к сожалению. В культуре. И не только в культуре. Да. Я пока говорю о культуре, поскольку это моя... О своем, да. Моя боль.